Здравствуйте, в эфире программа «Второе дыхание». Программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Во Владивостоке прошли соревнования 15-го юбилейного этапа Кубка мира по самбо, международного турнира категории А, посвященного памяти Юрия Потапова. В турнире участвовали и рязанские самбисты, на счету которых две награды турнира. Надо сказать, что воспитанники рязанской школы самбо регулярно поднимаются на пьедесталы крупных всероссийских и международных турниров. А одним из основателей нынешнего успеха стал известный тренер Виктор Валентинович Модестов. Виктор Валентинович Модестов за более чем полувековую работу тренером воспитал свыше 30 мастеров спорта по самбо. И до сих пор проводит занятия с ребятами все в том же спортзале радиоуниверситета, в котором организовал секцию в начале 60-х годов. Причем в своем уже немолодом возрасте по-прежнему остается в отличной физической форме и объясняет своим ученикам, как проводятся броски и выполняются болевые приемы не на словах, а на деле. Вот бросок через бедро называется, захватом за пояс сзади. Подходим одной ногой, второй, приседаем, натягиваем на себя и делаем хороший пас. Вот видите, какое у него падение правильное? Если бы он не умел падать, самбисты, то грохнуться мог был так, что а это с отхлопом, приземление хорошее и все. Еще разочек. Виктор Валентинович Модестов познакомился с борьбой самбо во время учебы в Московском энергетическом институте. Он поступил туда в теперь далеком 1957 году. Рассказывает, что в секцию его привел товарищ самбист, ведь до этого Виктор Модестов весь первый курс учебы занимался баскетболом. В секции самообороны без оружия МИИ тогда преподавал легендарный Анатолий Аркадьевич Харлампьев. Это имя должно быть знакомо буквально всем самбистам нашей страны. Ведь Харлампьев – это один из основоположников самбо в России. Приемом борьбы он обучался в Московском институте физкультуры у мастера дзюдо, выпускника японской школы «Кадокан» Василия Ощепкова. Анатолий Харлампьев уже в своей дипломной работе постарался собрать многие приемы из многих национальных видов борьбы. А далее уже на практике в поединках с представителями других стилей отрабатывал и совершенствовал приемы самбо. Дипломная работа, когда он выпускался у Харлампьева, вот у этого Антона Аркадьевича, была такая. Собрать многие приемы из многих национальных видов борьбы нашей страны и за рубежом. И что-то, как говорится, скомплектовать и сделать такую целую систему создать, чтобы, ну, очень своеобразную, чтобы действительно охватить многое из других видов борьбы. И он это сделал. И в 1938 году выступил на всесоюзном семинаре специальном тренеров, так, где, так сказать, вот эту систему он изложил, и было принято решение в ноябре месяца 38 года о создании новой федерации и нового вида спорта. Ну, раньше немножечко не борьба самбо называлась, а борьба там как-то вольного, невольного стиля, так вот. И после этого переименовалась в самбо. Под руководством легендарного тренера Анатолия Харлампьева Виктор Валентинович Модестов стал мастером спорта и даже вошел в состав сборной вуза. Ну а после окончания Московского энергетического института Харлампьев даже хотел оставить будущего рязанского тренера в аспирантуре МИИ. Но у Виктора Валентиновича в Рязани была уже невеста, и он уехал из Москвы, получив перед этим от Анатолия Аркадьевича наставление, как начинать развивать самбо в Рязани. В 63-м году я очутился в Рязани. Когда я приехал, здесь было, работало, ну, так, разрозненно 2-3 группы. То есть в основном стелили ковры, убирали ковры в маленьких комнатушках. Но были такие энтузиасты, которые занятия вели. Я не говорю, что я вот первый приехал, и все началось. Я приехал, начал с 63-го года занятия здесь, вот в этом зале, в радиотехническом институте. Вел занятия со студентами и радиоинститута, и медицинского института, и педагогического института. То есть со студентами в основном. Первые самбистские спортшколы в Рязани появились значительно позже, ведь самбо в 60-е годы и не считалось за отдельный вид единоборства, и потому не было большой поддержки со стороны государства и предприятий. Когда я приехал и пришел к председателю областного спорткомитета, то у нас федерации не было. Федерация была одна. Классическая борьба тогда была очень сильно развита в Рязанской области, и борьба самбо. И я, конечно, сказал, что самбо никакого совершенно отношения к классической борьбе не имеет, так же, как и наоборот. Поэтому вот в 63-м году мы и создали отдельную федерацию борьбы самбо, которую в основном, так сказать, я и возглавил.
конце 60-х годов один из первых рязанских учеников Виктора Модестова, Николай Никитин, начинает тренировать детей и юношей в зале завода «Сам». Вскоре эта детско-юношеская спортивная школа подготовила первых мастеров спорта. А в начале 70-х в Рязани открылся дворец спорта профсоюзов «Буревестник», где появилась уже и вторая спортшкола «Самбо». Именно отсюда вышли многие мастера и тренеры, которые поспособствовали становлению самобытной рязанской школы «Самбо». И это утверждение не голословно, ведь за последние 15 лет рязанские самбисты более 60 раз становились призерами чемпионатов Европы и мира. А у истоков таких высоких достижений стоял хороший спортсмен, знаменитый тренер и талантливый организатор Виктор Валентинович Модестов. На днях были выявлены сильнейшие лучники-рязанцы. На прошедших соревнованиях чемпионата и первенства области по стрельбе из лука в классическом луке звание чемпионов области 2015 завоевали Виктория Гулик и Шамиль Азадов. В блочном луке сильнейшими были Роман Клейменов и Анастасия Овчинникова. Они же стали победителями первенства области среди юниоров и юниорок 1998-2000 годов рождения. История стрельбы из лука своими корнями, безусловно, уходит в глубокую древность. У каждого народа и каждой армии того времени были подготовленные лучники или арбалетчики, многие из которых могли метко выпускать стрелы, находясь в седле. Постепенно лук полностью исчез из армейского вооружения, и его место заняли пистолеты и ружья, которые били точнее, да и наверняка. Но стрельба из лука не исчезла насовсем, а стала популярным видом спорта. Впервые в качестве олимпийского вида спорта стрельба из лука была представлена в 1900 году на Олимпийских играх в Париже. Однако из-за отсутствия общепринятых правил этого вида спорта он надолго покинул программу игр. И только в 1972 году в Мюнхене этот спорт вновь стал олимпийским. С середины 80-х годов в правилах стрельбы из лука начались реформы, имевшие целью ограничить число участников крупных турниров. Ведь количество национальных федераций в Международной федерации в то время составляло около 100. А также было необходимо повысить зрелищность борьбы. Что касается олимпийских турниров, то число их участников строго ограничено – по 64 стрелка у мужчин и женщин. Допуск только по лицензиям, полученным национальными федерациями в предолимпийские годы. В Советском Союзе стрельба из лука стала завоевывать популярность лишь в конце 50-х годов. Первопроходцами в этом виде стрелкового спорта стали мастера пулевой стрельбы Анатолий Богданов, Николай Калиниченко, Иван Новожилов и другие. В Рязани стрельба из лука начала развиваться около 10 лет назад. Однако за эти годы в нашем регионе выросло несколько мастеров. По словам тренеров, стрельба из лука отлично развивает глазомер, улучшает зрение, а также помогает спортсмену сохранить неплохую физическую форму. Федерация была образована в 2007 году, так сказать, энтузиастами, которые решили взять в свои руки, развивать этот вид спорта в Рязани. На данный момент в нашей федерации установлен рекорд Европы. Это Ирина Горбивненко стала рекордсменкой Европы. Также наши спортсмены занимали призовые места на первенствах мира, на кубках Европы. Конечно, стрельба из лука не такой массовый вид спорта, как, например, популярные игровые командные виды. Однако число занимающихся растет с каждым годом. Мне захотелось попробовать себя в этом виде спорта. Он очень редкий, интересный. Так и начала заниматься. Как считаешь, что это дает, вот эти занятия для человека, вообще тебе вот конкретно? Мне дает это саморазвиваюсь, как тренирую себя, это и здоровье легче, как лучше становится. И так, ну, как хотелось заниматься этим спортом, занимать какие-то места, чего-то добиваться. Еще один перспективный спортсмен – это Андрей Харьков. Он также пока совмещает учебу в школе со спортивными занятиями. И выходит у него неплохо. Пришел в 2009 году, в сентябре. Просто пришел записываться в бассейн, видел, секции проводятся, запись в стрельбу из лука проводится. Решил попробовать. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Ну да. В общем, перспективная молодежь, как говорят тренеры в Рязани, безусловно, есть. Теперь предстоит проделать большую работу по набору молодежи в секции, которых, кстати, становится в городе все больше. Ведь стрельба из лука – это весьма зрелищный спорт. Отличились на этой неделе и рязанские гребцы. На первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок мастер спорта России. Элеонора Ковальчук завоевала 4 золота, а Кирилл Буцких занял на соревнованиях 2-е место.
Гребля на байдарках и каноэ – захватывающая разновидность водного спорта. По-другому еще именуется как гребля по гладкой воде. В Олимпийских играх участвует с 1936 года, хотя неофициально на Олимпиаде была представлена еще в 1924. Исходя из названия, можно легко догадаться о типах лодок в описываемом виде спорта – каноэ и байдарка. В гребных видах сочетается немало дисциплин, пользующихся данными типами лодок, но в олимпийскую программу входит исключительно гребный слалом. Археологические сведения настоятельно убеждают нас о неимоверно древней предыстории появления байдарок с каноэ – 2,5 тысячелетия до нашей эры. Раскопки, методично исследующие Египет, на надгробии обнаружили рисунки весьма схожих типов лодок. Впрочем, чего далеко ходить, если немногим более полувека назад, близ Воронежа, при раскопках наткнулись на челн, изготовленный из дуба. Его возраст оценили 4 тысячи лет. Первую современную байдарку, получившую мировое признание, сконструировал шотландский юрист Джон МакГрегор в 1865 году. Лодка с названием «Роб Рой» простиралась в длину на 4,5 метра, раздаваясь вширь на 76 сантиметров. Так что шотландца можно смело отнести к зачинателям такой спортивной дисциплины, как гребля на байдарках и каноэ, за что ему и спасибо. В нашей области гребля является одним из ведущих видов спорта, а рязанские тренеры могут гордиться не одним поколением известных гребцов. В нашей работе, ну, в принципе, мы достигли хороших результатов. Мастера спорта международного класса, мастера спорта, и порядка очень много. Кандидаты в мастера спорта, перворазрядников. Самыми идеальными водоемами для гребных гонок считаются водохранилища со стоячей водой и защищенные озера. Также для регаты великолепно подходит гребной канал, разделенный на 9 дорожек, с рядами буйков между ними. Ширина каждой дорожки составляет 9 метров. Самым важным фактором в гонке является, конечно же, скорость. В программе Олимпиады мужчины мерятся силами на дистанциях 1000 и 500 метров, а женщины только на 500 метров. Заплывы групповые. Гребцы обязаны держаться своих дорожек и сохранять расстояние между лодками не менее 5 метров. Одно время были заплывы и на 10 километров, но позже эту дисциплину убрали из олимпийской программы. На байдарках к участию в соревнованиях допускаются спортсмены обоих полов, а вот на каноэ исключительно мужчины. Считается, что это особенно физически тяжелый вид спорта. Физическая подготовка спортсменов, кстати, действительно заслуживает уважения. Сегодня гребцы ходят в тренажерные залы и проводят там не меньше времени, чем в байдарках и каноэ. А еще занимаются легкой атлетикой, футболом и, конечно же, плаванием. Я пришла на греблю в 10 лет, меня привела мама. Мама занималась тоже греблей. Первую тренировку мне очень понравилось, мы играли в футбол. Впечатления были просто невероятные, все очень понравилось. Дальше очень хотелось тренироваться. Нагрузки очень большие, большой комплекс упражнений. Что помогает тебе справляться с ними? Почему тебе нравится? Было ли желание вообще бросить когда-нибудь? Усталость такая приходила? Да нет, как бы. Просто всегда стремлюсь идти вперед, чтобы достичь высоких результатов. У каждого спортсмена есть свой стиль чего-то достичь. И как бы я просто стремлюсь к этому, быть лучше, выше, занимать какие-то места высокие. Помимо олимпийских дисциплин, гребной спорт включает в себя множество других неолимпийских дисциплин. Гонки вниз по бурной воде, каноэ, фристайл, гонки на драконе, каноэ поло, гонки в океане соединяют своими соревнованиями гребцов всех дисциплин. Второе название байдарки – каяк, а бывают каноэ не только одно- и двуместные, но и 20-местные. Такое каноэ называется драгонбот. Свое название оно ведет от своего же внешнего вида. Дело в том, что внешне это судно похоже на дракона. Спереди оно имеет голову дракона, а сзади хвост. Такая лодка весит 250 килограммов и выдерживает экипаж до 2 тонн. Словом, это действительно красивый и увлекательный вид спорта. Гребля – это спорт скоростей. Нравится больше опять в команде плавать или по одному? В команде. Всем нравится по-разному. Мне нравится грести. Сам процесс. Вот ты пришел на секцию, пока вроде как бы немножко занимаешься. Вот о чем мечтаешь? Добиться высоких результатов. Каких? Чемпионом России стать. Я хочу выступать на чемпионате России, а потом, если получится, то и более высоких турниров. И занимать высокий результат. И на
сегодня это все. Будьте спортивными, здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание.